Ну что ж, друзья, всем приятного аппетита, и делать вы будете это завтракать. А под призы и подарки. Все делают это под наши призы и подарки. Начнем с музыкального театра. Спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда». 30 октября состоится это действо. Наталье Паночкиной повезет, и она отправится на эту рок-оперу. Да, вместе с кем-то своих друзей. Едем дальше. Иркутский зоосад. Билет на взрослого человека достается сегодня. С белочками и зайчиками встретится Татьяна Дубынина. Отлично принимается. Иркутский областной художественный музей имени Сукачева. Полюбуется на картины Антон Сафонов. Как у тебя? Ну-ка, а про Киномакс что скажешь? А все сразу одновременно 13 кинозалов посетит Ольга Демидова. Вот так. Молодец. В каждом посидит по чуть-чуть, понемножку. Ну что ж, друзья, осталось еще чуть-чуть до завершения нашего эфира. Посмотрим рубрику «Видеоинструкция». А потом вернемся и будем говорить «До свидания». Прощаться.